Приветствую всех на канале Есть Поесть, и сегодня приготовлю салат, на который потребуется буквально 15 минут. Несмотря на необычное сочетание продуктов, он очень гармоничный и вкусный. Количество ингредиентов берите на свое усмотрение. Примерный список вы можете, как обычно, открыть под видео. На растительном масле обжарю лук, нарезанный полукольцами, и морковь, натертую на терке для моркови по-корейски. Добавляю резанные шампиньоны и обжарю все вместе. Доводить до готовности совсем не обязательно. Мне даже нравится, когда овощи остаются плотными. Дам остыть. Очищенные тушки кальмаров кладу в кипящую воду и после повторного закипания варю 1 минуту. Затем опускаю в холодную воду. После этого нарезаю кубиками. Кладу в миску обжаренные овощи, кальмары и резанный кубиками огурец. Добавляю соль, черный молотый перец, тертый на мелкой терке чеснок и неполную чайную ложку яблочного уксуса. Можно взять сок лимона. Размешиваю. Конечно, салатику нужно дать немного настояться. После этого выкладываю на блюдо и посыпаю тертым сыром. Если вы любите более такие серьезные салаты, можно добавить сюда вареное яйцо и майонез. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.